А завтра будем снова гулять по порту и что-нибудь вам еще покажем интересное. В планах съездить на океан, искупаться в океане. Доброе утро, друзья! На побережье Атлантического океана мы отправляемся на трамвае номер один. Вот на этом вот ретро-трамвайчике. Проезд стоит 3 евро. Машина времени в виде ретро-трамвая образца 1872 года представляет собой чисто туристическое развлечение. В настоящее время в порту осталось всего 3 действующих трамвайных маршрута, и вся их функция – возить туристов и быть символом города. Хоть это и чисто туристическая тема, но круто же, черт возьми, прокатиться к океану по набережной реки Дару. Океан неспокойный, сильный ветер, и походу сегодня мне искупаться не удастся. Ну что, друзья? Вот мы на Атлантическом океане. Приехали сюда на трамвайчике. Трамвайчик крутой. Если будет желание, прокатитесь. Ну и все, мы на океане! У-ху! В воде много водорослей. По ходу дела, да, сегодня не день для купания. Но пляж прикольный, песчаный, широкий, длинный, чистый, не считая водорослей, которых выкинуло океаном на берег. Итак, друзья, время обеда, и у нас обед на пляже. А в меню у нас сегодня дынька, арбуз, манго, кока-кола, она же портвейн Руби, сыр бри. Соответственно, к портвейну. Также у нас сосиски в банке и сардины в банке. И вот такой вот отличнейший вид на океан. С пляжа в центр города идем уже пешком, прогуливаясь по набережной реки Дару. А топать до центра порту от океана примерно 5,5 километров. И все это дело займет у нас, наверное, час. Ну вот, дошли до центральной части города. Красивые балкончики, но как-то неуютненько на них. Не хватает колес и всяких разных лыж с санками, что ли. После пляжа мы пришли в все то же кафе, что были вчера и позавчера. Отличное кафе. Так вот, я взял себе альхейра, это колбаса. Тоже традиционное португальское блюдо. Вот она подается с картошкой фри и яичком жареным. Вот, Настя взяла себе треску с салатом и кремом, такая, типа как запеканки. И взяли себе по сами разбивать, опять, холодного со льдом. Самое то в жару. Все, приятного аппетита. Итак, друзья, наступил вечер, стемнело, и мы идем гулять по ночному порту. Что я вам советую? А это кафедральный собор порту. Про него я расскажу в следующей серии, когда придем сюда гулять днем. А пока полюбуйтесь на него ночью с подсветкой и без туристов. Сейчас будем спускаться от собора на набережную, ведь именно набережная является точкой притяжения в порту. А спускаемся мы по старому кварталу города, по узким извилистым улочкам, вымощенным булыжником. И тут до сих пор живут люди, и нет никаких офисов и бизнес-центров. Oh,
Ну вот мы и вышли на набережную. И тут туристическая активность в полный рост. Рестораны, уличные музыканты, место для променады и отдыха. И, конечно же, классный вид на набережную Гая и мост Луиша Первого. Ночной Порту прекрасен. Насладитесь им. Today.